Международный аэропорт Сочи имени летчика-космонавта Виталия Ивановича Севастьянова. В целях вашей безопасности просим вас оставаться в своих креслах до полной остановки самолета и нашего приглашения к выходу. Температура воздуха в аэропорту плюс 22 градуса. Местное время 17 часов 46 минут. Приветствую вас, друзья. Ну что, мы в Сочи. Ура! Вот. И поскольку мы сюда прилетели на самолете, передвигаться мы будем на каршеринге, на Делимобиле. Да, он здесь появился. И это вообще классно, потому что я пользуюсь этой компанией уже давно. Ну, это, короче, просто удобно и классно. И самое-то главное, здесь появился Тэнк 300. Вот так вот, внедорожник. То есть можно взять и покататься по горам тут и так далее. Ну, короче, все посмотрим. Сейчас главное его поймать, найти здесь хоть что-нибудь и устроиться. В городе Сочи как бы темные ночи, да, мы знаем. И надо нам до темноты успеть куда-то заселиться, чем мы будем заниматься. Ну, все, будем решать этот вопрос. Так, в общем, открыл приложение. Вот тут вот ближайшие автомобили есть. И они по всему Сочи распределены. Но мы идем вот сюда, потому что это близко от вокзала. От аэропорта, вернее. И, соответственно, здесь будем искать жилье где-нибудь, найдем спокойное место. И уже будем бронировать автомобиль. Я еще даже не смотрел, какие там машины, но это, в принципе, не суть. Сегодня можно любую брать. Сегодня никуда в горы ползти не нужно. Так что идем и ищем жилье. Короче, уже темнеет потихоньку. И удалось забронировать в Косте отель. В общем, сейчас идем к машине. Вот Geely Atlas тут есть поблизости. Вот он стоит. Все очень удобно вот по карте все отслеживать. Вот он где-то тут вот рядом. Я еще пока машину не бронировал, еще из отеля жду звонок. Вот сейчас позвонят, и там по ценам надо сориентироваться поточнее. И вот забронируем тогда машину и поедем. Вот он, Атлас этот стоит. Сейчас пока осмотрим его. Ну что, с отелем удалось решить. И, короче, сейчас бронируем автомобиль. Так, раз, чик. И все. Ну, пускай будет. Надо, конечно, разрешить. Новый телефон. Бесплатная бронь. Открыть машину, конечно же. Так, бесплатный осмотр, 6 минут. Короче, сейчас будем осматривать автомобиль. Есть повреждения? Да вроде не вижу. Вроде не вижу повреждений никаких. Дворники на месте. Все вроде нормально, машина свежая. Все хорошо. Так что загружаем вещи. И, в общем-то, можно ехать. Ух ты, салон свежий, вообще все. Ребята, все классно, короче, все.
Вот люблю, когда машины в таком состоянии. Люблю. Прям люблю. Все, загружаемся. Так, мы в автомобиле. Сейчас вот надо проверить, нам все ли тут документы на месте. Все стандартно. Самая СТС-ка. Топливная карта должна быть. Вот. Все на месте. Страховка. Так, нормально. Все. Значит, бесплатный осмотр мы можем, в принципе, завершить, потому что у нас тут все в порядке, и можем нажимать «Поехать». Начинаем аренду. Так, сделать селфи мне надо, еще просят. Сейчас сделаем. Защитить мой аккаунт. О, отлично. Надо чуть-чуть подождать, пишет. Так. О, все. Отлично. Короче, запускаем двигатель. Так, бензин, это бензин полный. Вот. Отлично. Будем сейчас прокладывать маршрут в навигаторе и ехать. В общем, заправлены в планшеты космические карты. И штурман проверяет в последний раз маршрут. Можно ехать. Машина уже прогрелась. Вот, пристегиваемся. Тут, кстати, раздельный климат. Я в авторежим поставил. По-моему, что-то немножко прохладно. Благо есть физические кнопки. Сейчас немножко... А, так вот там все равно вручную. 21 сделаем. Да, вот так вот. Вот. И все. И погнали. Так, что тут у нас? Реверс. Камера с динамическими линиями. Отлично. Так, автохолд, ручник у нас. Так. Сколько там сзади-то? Так, давайте, товарищи, мне надо выехать. Да, надо выехать. Во, все нас выпускают. Отлично. Спасибо, товарищ. Спасибо. Все, мы едем. Ура. Так, драйв. Все, погнали. Во. Что, прямо, да? Женщина идет. Тормоза цепки достаточно. Погнали. Кстати, на Атласе я так и не ездил до сих пор, так что у меня первый раз, когда я еду на Джили Атласе. Да так, в принципе, ничего, как все китайцы. Она едет и все, собственно говоря. Так, по материалам. Ну, не спартанский, но и недорого сильно. Дизайн приятный. Все так, более-менее. Машинка неплохая. Машина приятная. По динамике тоже так, ничего, вроде на педальку откликается хорошо. Так, нам вот здесь куда ехать? Туда или туда? Так, это в аэропорт. Наверное, сюда нам. Я тут первый раз катаюсь. Вообще не знаю местности. Поэтому доверимся приборам и поедем. Друзья. Нет, каршеринг вообще, говорю, что вот класс. Вот. Везде бы так, вот везде бы. Побольше охват. Побольше городов. Очень удобно. И недорого. Относительно. На танке интересно будет покататься. Но это будет позже. Сегодня все. Сегодня заселение, прогулки просто там. И отдых. Отдых. Просто отдых. Просто я устал, друзья. Я устал трудиться без
выходных, без отпусков. Вот это, наверное, такой первый отпуск за несколько лет у меня получился. Так что я очень рад, доволен. Главное сейчас из рабочего ритма выйти, вот, чтобы никто не дергал. Я даже, пожалуй, телефон отключу. Вот вообще, что нет меня, все. Все дела я как раз таки завершил свои. Можно просто отдохнуть. Так, ладно, все, отвлекаться больше на камеру не буду. Надо смотреть на дорогу. Короче, тут какие-то дикие развязки. Вообще, вот с непривычки можно легко заплутать, что и произошло. То есть немножко не туда уехали. Потому что, блин, вот несколько дорог, там три дороги, они. И вот масштаб вот этого вот навигатора не позволяет увидеть, куда конкретно надо сворачивать. Вот. И можно уехать не туда. Но ничего. Все равно вернулись и едем. Темнеет быстро. Сейчас все, уже сумерки. До темноты приехать к отелю. И недалеко, самое-то главное, что 14 километров. Вообще с бронированием номеров тут вышла как бы такая нервозная ситуация, потому что, в общем, позвонила в какой-то центр бронирования непонятный, там сказали, что свободных номеров вообще нет нигде по всему побережью. Естественно, в это не поверил и решил без посредников обойтись, и тут же нашелся номер вот так. А я так всегда делаю, вот, то есть заранее ничего, когда. Вот билеты, да, заранее надо. Вот поиски жилья — это уже на месте. В этом есть что-то такое. Такой как бы элемент неожиданности, приключения. Найти. И нашли. Но в пробке тоже есть свои плюсы. Можно ехать медленно и осматривать окрестности. Правда, становится резко-резко становится темно, как это и происходит на юге. Проверим черноту сочинских ночей. Вот, кстати, Адлерский вокзал железнодорожный. Тут вот расположен такой вот красивый. Темный, такой стеклянный. Тут все пробка, но она скоро должна рассосаться. Там что-то, видимо, какой-то, не знаю, несколько дорог сходится в одну. Видимо, из-за этого так получается. Несколько полос, вернее. Вот такие вот окрестности тут. Вот там вот виднеется море, товарищи. Вот там вот оно. Ну, вроде море, а вроде и нет. Может, и да. Непонятно, вроде море. Дело в том, что в Сочи я еще ни разу не отдыхал. Так вот, к вашему сведению. Поэтому мне тут все в новинку. Да, я не отдыхал еще в Сочи. Да. Вот. А тут, ребята, еще классные пальмы растут, но мы их уже проявили. Вот нет, смотрите. Вот они тут есть. Сбоку там были, они прям вот красиво. Вот. И до цели 10 километров осталось. Везде скутеры, самокаты гоняют. Смотрите. На колесе ездят, товарищ. Тихо. О, прям страшно. А на нем даже можно присесть. Да. Поехали. Какие? Что-то интересно. Жилой комплекс такой.
Кстати, квартиры такие недорогие достаточно, я посмотрел, сдаются в таких комплексах разных посуточно. Можно за 1500 найти, даже меньше чуть-чуть. Но мы что-то решили на отеле остановиться все-таки. Там до моря 700 метров. Ну и место вроде как хвалят. Едем, посмотрим. Опять же, ничего не могу утверждать. 6 километров осталось до цели. Пансионат южный вот какой-то тут. А вот Хостинский район. Вот нам сюда. Море там, море, все правильно, вот оно. Вот оно море. Давай хоть искупнемся. Сходим, приедем на место, да. Конечно. Вот классно так проехать по побережью на автомобиле. Вообще здорово просто. Сдавайте на права и вот все в каршеринг. И можете получить, кстати говоря, на первую поездку, когда зарегистрировались, скидку по промокоду. Промокод внизу. Как пользоваться каршерингом Делимобиль внизу. Значит, все от регистрации и да, собственно, куда этот промокод вводить, чтобы вам деньги поступили, вы, бонус как бы такой, подарок. И на эти деньги вы можете оплатить первую поездку. Вот. Все условия ниже. Смотрите в описании. Вот, смотрите как. Вообще здорово. Вот оно море. Вот, ребята, супер. А я еще снимать не хотел. О, смотрите, какие вам красоты показываю. Вообще супер. Вот это я понимаю. Вот это вот, да. Вот это отдых. Я хрен знаю, куда заехал, непонятно. Не тот адрес вбил. Там еще надо немножко проехать. Что-то тут какие-то экстремальные горы. И в общем страшно. Так, дальше надо понять, куда. Короче, ребята, все. Вообще с большим трудом нашлась гостиница. Но на самом деле не все так и сложно было. Ну, если знать местность. Но мы-то местность не знаем, поэтому пришлось помучиться. Ну ничего, нормально все.
Короче, заодно узнал, где тут магазины и все остальное. В общем, сейчас будет рум-тур по номеру и будем спать. В общем, темнотища полнейшая. Сейчас вот снимать уже тут нечего. Но красиво. Костя, красиво. Короче, пошел я в номер. Отделимобиль, вот аренду завершил. Сфоткал, как обычно. И пока то да сё, вот уже и практически и ночь, около 11. Сейчас сходили в магазин, накупили продуктов. И вот здесь вот набережная, горные речки. Вот это лягушки квакают. И рядом тут и гостиница, которую я сейчас вам покажу. Строим рум-тур небольшой и спать все. И спать. Вот и наша гостиница. На руке электронный ключ, которым мы сейчас откроем заветную дверцу. Так, тут столики каждого номера. И открываем дверь. О, отлично. Фу. В общем, вот. Ну, кровать уже тут немножко разобрана была. В общем, что в комнате? Чашки, стаканы, столовые приборы, кое-какая посуда, разделочная доска, чтобы порезать нарезочку какую-нибудь. Вот, значит, тумбочки, светильники. Вот такая люстра хорошая, красивая, с птичками. Чайник, холодильник. Телевизор, естественно, зая. Так, шкаф. Такой вот. И ванна со стиральной машинкой. Такая здоровая раковина. Тут я. А тут вот такая люстра тоже с птичками. В середине стиле унитаз. Полотенцесушитель. Ну, душевая кабина. Вот такая вот. Все новое, все красивое, вообще классно и недорого. Все получается 1800 в сутки. И 24-го 2200, по-моему. Так, то есть вообще нормально. Очень так бюджетно и красиво. А еще кондиционер есть, да. Пришли зарядить машинку, постирать белье или порошок. На удивление вместительно, хоть и маленькая. Ну а у нас тут стол готовится. Взяли портвейн массандра вкусный. Вот, салатики, колбаски, вяленые томаты и самса. Вот такой вот ужин. Ну и если еще что-то захочется, то в холодильнике еще кучу есть.